Все началось, казалось бы, недавно. Но как многое уже произошло. 9 лет – это много или мало? Школьные годы пролетели как один день. Вы выросли, ребята. Но кто бы мог подумать, что все закончится именно так. Приходит день, приходит час. И хочется знать, что будет завтра через год. С тобой, со мной, как обойти печальный взгод. И как не упасть, как отряхнуть. Найти удачи след. Я знаю, придет тот день. Я знаю, настанет светлый час, когда улыбнется мир. То, что нас по жизни повели. За то, что нас любили всей душой. За то, что жизненные знания дали вы. За мудрость и добрый совет. Терпение и понимание. За добрые искренние слова. Уроки вечерами. Сплоченный дружный коллектив. Любимая Людмила Викторовна. Мы выражаем всю нашу любовь, которая будет согревать вас в любое время года. Спасибо вам за то, что вы были с нами все эти годы. Вы самый лучший учитель на свете. Вы навсегда в наших сердцах. Поверьте, мы вас никогда не забудем. Мы обещаем стать хорошими учителями. Спасибо вам за все. Радуйтесь каждую минуту. С благодарностью принимайте все, что дает вам жизнь. Вы лучшие!